Каспаром, прилетели из Вены. Каспар уже занимается 6 лет годовым пением. Вот. Программа у нас такая, я покажу. Можно верхние частоты прибрать? Программа у нас будет такая, сначала я сольно спою минут на 30-40, потом Каспар покажет свое искусство, владение древним видом пения, горловое пение, хомей. Вот он овладел этим искусством и работает в моем коллективе, играет на электрогитаре и поет. Каспар. So, okay, so I make first solo. Okay. Oh!
Yerin onu
вот, о, ты чего, ну, то же самое, эти книжки будут открыты, 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 Yeah.
Ah.
Uh-huh.
Ну, вот, 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 вот
еще одна песенка перед перерывом. И вот Каспар покажет свое владение классическим стилем туинского горлового пения. А я спою перед перерывом большую песню, маленькую песню на одну из своих песен на английском и на русском. Каспар покажет сейчас свое искусство владения горловым пением. Каспар Давид Сакер. Я так планирую, что вот он сейчас покажет свою сольную программу на 20 минут примерно. Вот. И после этого мы хотели бы вам показать 5-6 простых песен, как называется, повседневные песни, что ли. Ну, простые песни, 5-6 песен, традиционные и какие-то свои песни. А хотя нет, сегодня, по-моему, своих песен не будет. Да. Народные песни.
тувинские народные песни, а потом я, потом мы можем пообщаться, если у вас будут какие-то вопросы, значит, я на что смогу, я отвечу, естественно, вы можете потом спросить Каспара, я переведу. Итак, Каспар Давид Сафер. Он родился во Франции, вообще он подданный Германии, но он вырос во Франции, хорошо владеет, естественно, французским, немецким и английским, говорит на испанском очень хорошо, изучал очень долго фламенко, и, в принципе, вот последние 6 лет мы сотрудничаем. Из созданных вот за последние годы три альбома записанных, он участвовал в 2 альбомах на записи в студии, играл на гитаре, естественно, и вот, исполнял. Imagine it's right. I understand. Okay. Less volume. It's. Okay.
Oh,
микрофон сюда. Okay, so maybe you can use this mic, or this is for recording. I can stay here, it's okay, I'm not so far. I don't need my recording. For some songs, yes, but... It's very low, it's okay. Okay. Межигей. Тунинская народная песня «Межигей». Oh,
Первая песня была о природе, о детстве, о воспоминаниях. Yeah, but here is Kardergi. Okay? Thank you.
Sara, it's brilliant. I say you are a little bit angry because guitar is not in the right tune. No, I'm not angry. Okay, the last song, последняя песня, называется «Жизнь». В ней говорится о том, что... Да, говорится о том, давай не будем ссориться, давай жить вместе, давай помогать друг другу. А, в моих чувствах... к жизни, к тебе одно желание, чтобы мы не без стыда могли пройти жизнь и работая и живя со всеми людьми. Напоследок свою любимую и потом, если у вас будут какие-то вопросы, значит, можно будет.
Thank you. Okay, now we can talk. I don't have to hold this. Okay. Okay. I've been born in Tuva, you know, probably, and я родилась в Туве, как вы знаете, и вот 15 лет прожила в Западной Европе, вернее сказать, в Австрии, в Вене. Очень много работала с джазовыми музыкантами, но последние годы больше уделяла внимание песенной программе, поскольку в моем, так сказать, скажем так, репертуаре не хватало вот такой вот простой интонационной мелодической фактуры в голосе. И, собственно, необходимость такая перехода от такого очень, как первая часть, или даже еще более экспрессивной формы перформанса. Я занималась 10 лет, и вот последние годы я больше уделяю внимание песням, поскольку, с одной стороны, конечно, чувствую усталость после 10-летней работы в авангарде, чувствую усталость и то, что вот как бы и то, что я начинаю повторяться, поскольку импровизация должна быть все время неожиданной, то это очень становится с годами сложнее. Я так решила, что мне, так сказать, чуть-чуть лучше отойти, оставить, так сказать, нетронутый этот пласт и, значит, заняться песенной программой. Вот. Естественно, работать над другими качествами голоса, как интонирование, умение очень почти филигранно работать. То есть, если я в авангарде все время работала такими массивными кусками, как бы такими очень экспрессивными, очень как бы хватающими внимание, энергии, очень энергичные и захватывающие внимание, то песенная программа в основном она очень такая мягкая, задушевная, очень простая. Простые песни о простых вещах. Вот была такая идея, я, значит, вот уже выпустила 4 разных альбома, только с песнями. Вот. Песня — это как миниатюра, естественно, это как маленькая история, каждая песня имеет какую-то свою энергетику внутри. Вот. Помимо того, что это какой-то рассказ и какое-то повествование. Вот. После авангарда было очень сложно, конечно, переключиться на такие вот как бы очень жестко регламентированную гармонию и перейти вдруг на такую простую форму, как песня. Вот. А нет, когда я начала заниматься, я поняла, что практически исполнять простые песни намного иногда сложнее, чем вот, так сказать, выплеснуть, так сказать, природный талант, так сказать, интуитивность и показать весь материал, так сказать, в развернутом виде, так сказать, включая эмоциональные подвески и так далее. Вот. Но не бывает худо без добра. Очень много мучилась, поскольку для западного маркета такая свобода, особенно европейского маркета, это как бы не совсем обычно. Может быть, Бобби Макферриан тот единственный человек, который вдруг из Vocal Summit и такого, скажем, очень еще в 70-х годах очень известного вокального проекта, где собирались многие певцы, импровизировали вот, вместе. Вот, Бобби Макферриан вдруг написал одну песню и стал
собственно, знаменитым, а то, что он, я видела его сольный концерт, он делает, собственно, так же выступает, так же поет один, как в 70-х годах. Он импровизирует, он использует все возможности голоса, использует различные спектры звучания, которые для мужчины, наверное, не очень свойственны. Не очень, иногда он может петь очень высоко и очень таким почти звучащим, как женский лирический сопрано. Вот. Такой вот есть пример. Но вот такое со мной случилось, вдруг, уже имея вес, уже, так сказать, признанная такая, можно сказать, почти уже такая акула, так сказать, уже такая, скажем, мастер, всеми признанная, вдруг сделала такой резкий поворот и начала заниматься совсем другого рода музыкой. И, конечно, у многих возникали куча вопросов, естественно, многие говорили, вот, это там, это примитивно, это непонятно. В общем, такое вот было противостояние. Я очень рада, что постепенно находится все больше и больше места, и такие вот зальчики, и публика приходит, которая открыта на, которая приходит на артиста, то есть на творческую личность посмотреть, нежели, так сказать, знать, в каком стиле работать. То есть люди стали более открыты для разных стилей, особенно в России. У нас нет такой традиции фри-джаза как таковой, но она была в такой скрытой форме до перестройки. Вот. И, естественно, самого главного в российском фри-джазе нет. Нет вот этого протеста, как вот в Западной Европе, потому что фри-джаз ассоциируется с протестом. Он возник, когда он возник в 70-х годах, он возник как протест, именно протест, вот, так сказать, буржуазной слащавости, так сказать, революционное сознание в 70-е годы, ну, помню, там, flower power и так далее, вот. Это вот примерно из такого движения возникло, и оно как бы фри-джаз вообще отрицает какие-либо, скажем, ярко выраженные гармонические там обороты или что-то такое. Они используют все, что возможно. Вот. Для меня, как для певицы, естественно, было настолько неожиданным иногда реакция их, что вот, ну, зачем ты эти примитивные песни исполняешь там? Или что это такое? Я говорю, на самом деле то, что я делаю, это почти традиционно. То, что я делаю в авангарде традиционно, и то, что в песенной программе я делаю, тоже традиционно. Потому что импровизационная музыка, она каким-то образом связана с шаманистской музыкой, поскольку шаманы в своих камланиях, в своих обрядах, они использовали очень многие методы и всегда действовали, импровизируют, понимая ситуации и понимая, что и умея вот, в песенной и музыкальной форме, в песенной мелодической и словесной или, скажем, импровизационной форме передать другими словами некую информацию, которая может быть может передаваться не прямолинейно, не напрямую, а какими-то намеками, скажем, и так далее. В этом смысле искусство шаманов очень-очень гибкое, очень широкий спектр у них возможностей и так далее. Вот, я так сразу отмечаю такую болезненную точку, так сказать, в моей биографии, так сказать, некий такой поворот. Вдруг я начала делать и авангардную программу, и песенную программу. Вот. Но при всем при том, я очень признательна вашей искренности, вы все очень сильно внимательно слушаете, и действительно я чувствую, что вам это все очень интересно и что-то дает новое для вашего воображения и для вашего познания. Я очень этому рада, хотя, как человек, возможно, я не столь совершенен, как вы. Мне свойственны и другие качества, о которых вы сейчас видите. Я очень очаровательна. Вот, да. Хорошо.
приходит там, и какой он вообще, это протест ли, там, может, какой-то поиск свободный. И второй вопрос, можно ли горловым пением петь дуэтом, скажем так, Глаголова и протестировать? Ясно. В авангарде. Дело в том, что искусство шамана, оно настолько многогранное. И ведь вы должны помнить, что, что шаманизм, в общем-то, это вербальное, передавалось только вербально, нет конкретно написанных самими шаманами инструкций, скажем, как это нужно делать и так далее. Вот, в основном в старину шаманы, естественно, практиковали различные состояния, ведь вы знаете об этом. Вот весь спектр человеческих чувств они могли охватить, собственно, поэтому и были не совсем нормальными людьми, потому что обладали емкостью, не емкостью, как сказать, capacity, я уже забыла по-русски слово. Способностью, да. Способностью... способностью всеми этими чувствами человеческими владеть и использовать их в своей работе. От самых тихих до самых громких, от очень нежных, таких ласкающих звуков до самых страшных, пугающих звуков, потому что иногда необходимо пациента напугать, чтобы, особенно, знаете, я не знаю, правда это или нет, потому что я не практикую шаманизм, я изучала музыку, но такой повседневной практики у меня нет. Так вот, рассказывают, что вот иногда пугают, не в том смысле пугают, но как бы, в общем, да. И особенно беременных, например, или же вот, так сказать, если человек входит в некое состояние, не может из него выйти, там, иногда, значит, помогает такой вот страх, или же шок, да, шоковое состояние. То есть способов у шаманов было очень много, и поэтому говорить о том, что у них был какой-то протест, я думаю, что это... не мудро. У меня у самой протест, но у меня большой голос, я могу закричать, там, могу очень нежно спеть там, и так далее. Но как восточный человек, естественно, я смотрю на жизнь как на самсару, как на желтую иллюзию. Вот. Я понимаю, что это школа, что нужно воспитывать, так сказать, свой дух, а не, так сказать, не только тело, и что в этом как бы основа жизни, научения и так далее. Вот. А что касается дуэтов или, скажем, вообще ансамблио пения в хэме, в головом пении, я видела музыкантов, вернее, певцов, фистулы, которые исполняли в унисон все, все мелодии. Дело в том, что тунисская мелодия очень, она не хоровая, она унисонная мелодия. То есть у нас нет терций там и так далее, как это обычно, что-то в хорах там поют и так далее. Вот, если осторожно научиться уметь слышать, исполняя самому, так сказать, вот это вот двуголосное пение, уметь контролировать собственный голос, два голоса, вернее сказать, чувствовать и основной голос, и мелодический, и очень чутко чувствовать и знать, как партнер поет, то я думаю, что возможно... даже спеть 4, 5, 6 человек, причем не в унисон. Но при этом это нужно просто рассчитать очень точно рассчитать, как композитору, да. И второе, я думаю, что вот эти вот 2 или 3, или 4, или 5 человек должны абсолютно владеть голосом и абсолютно, почти абсолютный слух иметь и слышать друг друга максимально. Слушайте.
Вот тогда партитура головным пением. Относительное дело в том, что строй голового пения, он не темперированный. То есть на фортепиано не все ноты можно найти, когда, значит, если хочешь записать мелодию, то не все ноты или не все ступени мелодии могут войти в этот, как это называется, scale, потому что строй натуральный, и, естественно, иногда может так получиться, что какая-то гармония на фортепиано звучит хорошо, а вот в сочетании с голосом вдруг не совпадают, понимаете? Не потому, что, так сказать, там, скажем, пианист плохо слышит или певец не строит, а просто натуральный строй не работает с темперированным механическим строем. Вот. И плюс есть какие-то графические изображения. То есть, вот скажем, там, относительно нота там примерно до, и потом, значит, показано, что нужно идти вверх, там, и так далее. То есть, и так проще сказать, рисунок. Когда, допустим, одна нота, она может же, в случае голового пения, быть окрашена огромным количеством тембров, или, может, я неправильно выражаюсь, но открывая, акустику, да, самой глотки, как бы, звук окрашивается богатый диапазон. Каким-то образом это фиксируется или это просто показывается, сделать так или сделать так? То есть можно ли записать? Я думаю, что практика, вернее сказать, субъективное ваше ощущение может, бессловесно, естественно, может намного точнее это описать, вернее, для вас самих объяснить, нежели в словесной форме. Человеческий организм способен запоминать без словесного объяснения, во-первых. Во-вторых, может запоминать очень сложную операцию, внутреннюю, в смысле, то есть как вот все оперные певцы, они же помнят, как нужно взять самую высокую ноту так, чтобы это красиво звучало, чтобы весь зал трепетал, чтобы потом антрепренеры бегали, там, бросали цветы за эту одну единственную прекрасную ноту. Они помнят, как это взять, они знают, как эту ноту физиологически взять, понимаете? Горловое пение то же самое. То есть это такая практика, в которой не все можно описать как процесс. Вот. Хотя я понимаю, что люди там разные. Есть школы, где записывается все точно абсолютно. А есть традиционные школы, как в Туве, например, просто там старик сядет напротив там мальчика и говорит, не-не, вот так, чуть помягче там. Или, то есть, так, не то, как его это вот так. То есть иногда вот так объясняют. Причем понятно все. Видимо, на каком-то другом уровне или как-то что-то мелькает совсем другое, вот пока он там в словесной форме объяснит что-то. Вот. Но вообще я не часто видела уроки голового пения, поскольку я сама ни у кого не училась. Ну, чем дело. То есть сама... в музыкальных школах, как Якутии Варган, да, в Хамуске, в музыкальных школах в Туве не преподают голового пения, да? Преподают. Преподают, вернее сказать, преподают мальчикам. Есть школа одаренных детей, и там обучаются не только всем академическим предметам, включая все эти, так сказать, инструменты, как аккордеон, фортепиано, скрипка и так далее, духовые инструменты. Есть еще и народные инструменты, есть головое пение. Но это очень начинающий класс. Я так думаю, что у них там не очень много учеников, мальчиков, которые учатся. Но такая система уже существует. Почему только мальчики? Но это традиционно мужской стиль пения, не женский. То, что я делаю, в общем-то, как профессиональная певица, наверное, я все-таки являюсь одной из первых профессиональных певиц из Тулы,
которая попробовала внести на профессиональную сцену элемент горлового пения, но только элемент, поскольку то, что я делаю, не является традиционным туринским горловым пением. Я не изобретаю некий, так сказать, звук, который звучит или похож на туринское горловое пение. И даже приблизительно внешне даже немножко выглядит схоже. Но на самом деле вот традиционно мужчины, когда исполняют песни в стиле хэмэ или сэгэд, во-первых, учатся с детства, во-вторых, у них спектр шире, у них богаче мелодии, у них же физиология другая, понимаете? Вот. Сейчас уже появилось новое поколение девушек, есть, которые намного моложе меня, 24-26 лет. Ансамбль, я надеюсь, однажды они здесь тоже выступят. Четыре девушки, все 24-26 лет. Красивые! Такие молодые, такие красивые. Выходят, и все поют телегорловую. Все могут, ну, если нужно продемонстрировать, они могут. Вот. У них, по-моему, в программе там несколько песен, где они используют горловое пение. Причем используют в традиционном стиле. Не как я, так сказать, в таком половинчатом. То есть не совсем горловое пение, но почти что горловое пение. Вот. Такой ответ. Если можно, первый вопрос, может, просто не расслышали. Интересует современный европейский авангард. Что он из себя представляет? Потому что, ну, просто то обилие поп-музыки, да, и давит все, и непонятно, что происходит в современной музыкальной культуре Европы. И конкретно вот те проекты, в которых вы участвовали в Вене, как вы сказали. Что сейчас происходит в Европе? Ну, смутно. Все это, понимаете, начало 21 века, все очень смутно. И во всем ощущается, с одной стороны, как бы упадок, понимаете, а с другой стороны, такой как бы резкий подъем, причем такой очень электризованный подъем. Вот. Пока в эти слои, вот, ну, авангард еще не полностью влился, поскольку авангард всегда был все-таки альтернативой, скажем, эстраде. Вот. Дело в том, что развитие технологий разломало все границы между стилями. Мультимедиа — это возможность использовать все существующие стили в истории человеческой истории музыки, вот, все стили и все возможности техники сейчас даны молодым, особенно молодому поколению, то есть они могут делать все. Если раньше синтетическое искусство, скажем, в архаические времена выглядело как? Выходит, так сказать, там, жрец или особый, так сказать, человек в племени, который славится, так сказать, своей способностью к каким-то всяким мистическим, так сказать, вещам, выходит, начинает, так сказать, либо танцевать, петь, так сказать, делать какое-то действие, в котором связано и звук, и движение, и цвет, то есть все возможно. Вот. Это вот доисторические времена. Что сейчас происходит? То же самое, мультимедиа, то есть сливание, сливается все формы искусства, то есть визуальное, звуковое и естественно, пластическое искусство. То есть все опять смешано, то есть оно стремится к изначальной форме, как при исторические времена. Но стерлись границы между стилями. Сейчас диджеи и все эти электронщики, они могут сделать в любом стиле музыку. Они могут даже смешать, если у них такая есть концепция, показать какую-то мысль или о чем-то рассказать. Они используют все методы, все возможные. Вот. А авангард пока является такой частью, где, в общем-то, не все ясно и четко разделяется. То есть фри-джаз, есть авангард, есть диджеи, которые работают в авангарде, есть диджеи, которые
работают только, скажем, там, танцевальные, там, коммерческие музыки и так далее. Вот. А вообще с этим мультимедиа, что в Европе творится, ну, смятение такое. Вдруг этот интернет, который, в котором все время компьютеры зависают, эти самые поезда начинают вдруг опаздывать, вдруг самолеты не понимают, куда надо лететь и так далее. То есть вот это все влияет, потому что тоже мультимедиа, в общем-то, часть. Вот. И из-за этого, в общем-то, так сказать, то, что было как бы самым-самым современным и почти, так сказать, элитарным, вдруг стало доступным всем. Всем. Самый даже простой человек может взять и какой-нибудь шедевр себе выписать и послушать дома вот так, для себя. Да, оркестр Караяна я буду слушать. Один. Никого не надо. Самый лучший звук. Понимаете? То есть все можно. И для этого не обязательно быть Рокфеллером, понимаете? Достаточно быть простым студентом. Пришел, пластиночка есть, поставил. Здорово. Только для меня. А ведь раньше люди ходили на концерт. Возможно было записать или же какому-то там шаману, там, или какому-то кайчи, там, сказителю, там, мудрому человеку попасть на его вечер, где он рассказывает свою сказку, без всяких там микрофонов и так далее, за 30 километров в поселок ехали, чтобы послушать. Вот. А сейчас вот так можно, хочу посмотреть, как там в Нью-Мексико концерт проходит. Набирают сайт, попадает в какой-нибудь маленький локал, там клуб, стоит маленькая там камера, микрофончик, есть программа, кто выступает, какая группа, какой бенд. Вот. Вот, какая-нибудь там малоизвестная группа играет, но мне нравится. И я поехал в Нью-Мексико. Вот. Посмотрел концерт и тут же вернулся обратно. Вот. Понимаете, то есть в таких условиях быть авангардным стало очень сложно. Понимаете, ну все могут быть сайбер-шаманами сейчас. Все. Понимаете? Ну только кнопки надо нажимать, понимаете? Понимаете? Вживую-то вы не всегда слышите. Поэтому трудно сказать, что является на самом деле очень сильным. Сейчас стало, так сказать, для массовой культуры стало очень важно количество денег, вложенных в программу, техника, вот, и умение накручивать публику. Понимаете, накручивать, ну, грубое слово, готовить аудиторию к концерту или там какому-то событию. Вот. Но все это уже не включает такого компонента, как дар, там, сокровенные или талант, даже просто талант, понимаете? То есть вот такие ценности нивелировались, потому что все стало доступным всем, понимаете? То есть при всем при том, что, так сказать, человеческая история всегда помнит о том, человеческая история полна примеров, когда общество всегда находилось как бы в таком, так сказать, на разных, скажем, разделялось на разные уровни, да, общества. Вот. И, естественно, наши дни такое уже невозможно. В смысле, мультимедиа – это как бы для всех, понимаете? То есть в этом изысканный или неизысканный, дорогой или дешевый, потеряли вот это вот четкое определение. Все размылось. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, получается, что вот так вот пообщаться не всегда получается. Действительно, на самом деле, очень, как это сказать, лакшери. Роскошь, понимаете? Роскошь для современного человека в большом городе вот так собраться и послушать музыку вживую, голос. Правда, сегодня микрофоном пользовалась, но не важно. Настоящих границ или же каких-то категорий не стало вдруг.
И поскольку компьютеры развивают в человеке индивидуальность, то есть индивидуализм тоже, то есть вот это персональный компьютер, то у человека возникает желание только для меня. Вот это только, вот, можно сказать, что вот аудитория одного человека, которому нравится и Бетховен, и авангард, и все остальное, но это все вот в таких вот индивидуальных рамках. Вот. И уже такой вот, пока в Москве, я вижу, есть аудитория, то есть только джазовые и только там эстрадные, или там только авангард, или только там эстрада. Вот, естественно, на эстраду ходят люди определенного, так сказать, интереса, а на авангард, или, скажем, на не очень, не совсем типичные, скажем, программы ходят люди, которым всегда что-то интересно открыть, понимаете, для себя. Вот. Поэтому я думаю, что надо немножко переждать, когда вот этот вот острый момент перехода 20 века на 21 чуть-чуть успокоится, через 4-5 лет, может быть, что-то прояснится, но сейчас из-за всех этих технических, ну вот последний там, Крисмас, помните, да, в Индонезии где-то. Вообще так смыло всех. Правда, это природный, это самое, боже мой, я не тот пример даю, но, в общем, такая современность. Вот. Я не знаю, по делу я живу, не по делу. Спасибо вам. На самом деле шаманская очень древняя музыка, которую я пытаюсь, так сказать, по-новому прочесть. А простые песни, простые песни. У меня авангард очень архаический. Традиционный авангард. Скорее. Выступаете ли вы за границей с Михаилом Жуковым, который сейчас тоже в Германии? Да, мы с ним работали позапрошлом году. В прошлом году, к сожалению, вот с той программы, в которой он участвовал, мне пришлось не очень часто выступать, то есть несколько раз то есть, такие большие концерты были и все, поэтому, собственно, не было возможности пригласить Мишу, но вот он со мной ездил, да, ездил и в Италию, и в Бельгии выступал и так далее. Я так думаю, что у него сейчас свои собственные проекты. Вот. Мы очень давно знакомы, так что, в принципе, его появление в коллективе было очень естественным, так авторитетно. Вот. Хотя, в общем, состав группы у меня все время меняется. Не все время, но, в общем, есть основные, так сказать, такие моменты, где я, скажем, «Мальчика в город» в программе, я обязательно должна взять, там, скажем, акустический инструмент, еще одного музыканта, который играет на традиционных акустических инструментах и тоже поет в стиле горлового пения, но выше голосом, то есть диапазоном. Вот. И, естественно, если это, скажем, песни с программой вот последнего альбома, который называется «Кто своровал небо», «Who stole the sky», «Потерянное небо», там я обязательно приглашаю музыканта, у которого есть электронные инструменты, который владеет ими очень хорошо. Естественно, приглашаю музыканта, который играет на живых инструментах, на духовых. Вот. Я играла вот эти же песни, исполняла, скажем, там, с такими музыкантами, как Нед Ротенберг. Тоже вот, из
Австрии саксофониста приглашала. Так что группы у меня все-таки меняются. Есть основа, как бы 2-3 человека, которые как бы, и остальные как бы такие приглашенные, все время как бы меняются в зависимости от возможностей. Какая программа музыкальная Сергея Блехова во время вот этой поездки вашей по России? Мы едем в Ханты-Мансийск на кинофестиваль. Будем я буду представлять программу песенную из альбома «Who Stole the Sky» — «Потерянное небо». И, может быть, несколько традиционных песен. Сергей будет импровизировать как внутри самой структуры песен, также будут такие, скажем, между песнями ставки, где можно будет либо его одного попросить, значит, что-то сыграть, либо вместе что-то сделать и так далее. Его появление в песенной программе дает возможность, помимо вот основного вот текста и мелодии, показать само состояние песни. Вот. И для такой работы очень хорошо подходит инструменталист, который умеет играть в стиле джаза, умеет импровизировать. Вот. Нед, собственно, такая практика уже была. Нед Ротенберг со мной ездил. И вот он, собственно, он тоже, в общем, занимается только авангардом. Вот. Но вот в моей песенной программе он именно является этим special guest, который как бы такой, как специи, каждую песню, значит, что-то добавляет какие-то. То на шакухачи что-то сыграет, то на саксофоне такое рваное соло сыграет. Вот. То есть дает дополнительный психологический такой, скажем, довесочек. Вот. Не совсем обычно, но мне интересно. Да. Вы несколько раз говорили про шаманов, а как вы с ними общались или там росли в их среде, или как-то учили, честно сказать, самой практики шаманизма я практически не знаю. Если что-то на сцене иногда и получается вдруг неожиданно, да, что-то, скажем, такое, что люди могли бы назвать, что как бы, это очень похоже там, и так далее, только по наитии, то есть по интуиции иногда что-то получается на сцене, но так по-настоящему я не занималась этим вопросом. Потому что меня интересует только владение звуком и работа со звуком. И умение, естественно, владеть собственным голосом. Ну и воображением прежде всего. А в жизни в Туве вы встречаете? Да. Встречаюсь, но встречи такие, вот, скажем, Айчурек, я там, у нее есть, значит, свой центр, я к ней в гости прихожу, иногда даже устраиваю там небольшие концерты. Если там какие-то, тем более туристы приехали, то можно с ними посидеть, там поболтать и с шаманами побеседовать, так сказать, и надо помочь туристам что-то перевести там и так далее. Ну так, пообщаться час-два, вот, поговорить. Вот. А такого близкого общения все-таки еще пока, понимаете, ведь перестройка началась, я же уехала сразу в Австрию в 91-м году. То есть, в принципе, когда все это стало возможным, разрешили, я уехала. Понимаете, нет времени, нет сил, наверное, этим заниматься. Хотя сейчас в Туве очень много шаманов. Я не знаю, насколько, так сказать, у них дела идут хорошо, но вот у Айчурек выглядит все очень, очень серьезно, очень основательно. Вот. Какая-то у них там своя методика.
Причем пение там не несет, вот как иногда, не несет такую основную нагрузку. Я не знаю, как она работает с частными лицами, то есть при закрытых дверях. Я видела только то, что она делает, так сказать, когда собирается много людей, да. Но я не знаю, что она делает, когда она работает один на один, там, тет-а-тет. Я знаю, что там акцент на музыку делается меньше, чем у других. Вот я знаю, там другие шаманы, они вообще двигаются, там танцуют даже иногда, там, вот. А у них там все-таки больше на такое внутреннее. У Ачурек такая внутренняя, она очень сильный человек. По характеру. И, естественно, один из основных приемов у нее это вот чуть-чуть напугать ее. Да, 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 идут дожди, надо молиться, потому что... Нет, ну это действительно... Так сказать, я поначалу оторопела, а потом поняла, что он действительно за этим, так сказать, вот, как внешне выглядит очень просто на самом деле. Вот. Там, значит, как бы вести, проводить церемонию, но при этом как бы немножко ругаться. Вот, значит, надо молиться, вот воды поднимаются, мы не уважаем свою историю, мы не уважаем свою. Давайте вместе собираться и давайте, значит, очищаться, давайте благодарить нашу природу за то, что она есть, что она нам дает все, молиться, обязательно очищаться. Так, проходите сюда, садитесь. Так, у нас, значит, там, значит, вот такое-то мероприятие, у нас там такой-то фазе Луны, там, я не знаю, кто-то рассказывает, и все время вот друг. Ругаться в таком тоне очень, как бы, таком, вот. Ругается, а потом 5 минут проходит, так, ну я же, очень тонкое чувство юмора, то есть, может, накричать там, вот. 2 минуты прошло, ну вот, я ж тебе говорю. Когда она в гневе, это страшно смотреть на это. Причем она такая большая, станет, действительно, вот, разные методики, но я к ним не приближалась, в смысле, понять, поскольку, да, так, кто-то там пошутил из телевидения Туинского, сказал, что, а, да, Ачурек апассионата, что она все сидит, горячо все так болит. Ругается, действительно. Вот. Методики, да, видимо, память народная, она действительно намного гибче, чем нам кажется. Потому что получается, что они не только вспоминают, но в силу гибкости самой системы шаманизма, они тут же еще и научаются из того, что приходит с Запада уже, из познанного. Вот это было интересно наблюдать за ними. Но так вот близко, чтобы с ними проводить время, не получалось. Скажите, вот я видел... Вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, если математика, а точнее арифметика, горловом пении. Я имею в виду, как мы привыкли в эстраде, да, мы слышим четверть, да, так мы слышим четверть. А здесь я пытался понять, ну, либо она сложная, не диеватная, либо ее нет. Еще раз, сложная. Арифметика. Есть ли какой-то внутренний ритм, внутренние, ну, какие-то математические законы, что зачем следует? Или этого нет? Есть. И второй, если можно, расскажите о дисках, которые предлагали сегодня Фидер. Пластинки, ну вот
Тут их всего там сколько, несколько штук. Stepmother City, мачеха город. Мачеха город, альбом, который вышел в Италии в 2000 году. И вот некоторые песни, вот, что я исполняла в конце, вот они, значит, записаны на этом альбоме. Вот. Второй диск, вот белый, беленький такой диск, это альбом называется Who Stole the Sky. Вот этот вот альбом, да. Вот. Такой белый альбом. Он вышел в 2003-м, тоже в Италии, вот, тоже песенные. А вот этот вот был записан здесь, в Москве, в 97-м. Он напечатается в Италии. 7 песен для Тулы. Я эти песни записывала тогда, когда, в общем, тут на несколько месяцев вылетела из, так сказать, из рабочего режима. Все еще пытаюсь войти в этот несчастный рабочий режим. Вот. А вот этот вот последний, то есть предпоследний альбом Stepmother City, Мачеха город. Вот. Если у вас тут есть CD-плеер, то вы можете послушать. Я могу открыть альбом, вы можете послушать, так что вы... Вот. Все альбомы песенные. Но у меня есть с собой одна копия Ауры. Это три компакта в одном альбоме. Соло, дуо и трио. Вот. Это более такая экспериментальная, авангардная работа. Сольный голос и, естественно, дуэт с Питером Ковальдом. Называется «Игры взрослых». И третий альбом – это Владимир Тарасов, Владимир Волков и я. Вот. Это единственная, по-моему, продукция в моей жизни, которую я создала от начала до конца, от концепции до, вот, когда альбом уже был в руках. Вот. Дизайн был сделан здесь же, в Москве. Вот. Но мне потом сил не хватило, пришлось отдать итальянскому владельцу компании. Вот. Но над концепцией я очень жестко работала в Ауре. То есть мне нужно было обязательно создать, вот, не просто, так сказать, показать мое умение, вот, так сказать, владеть западной манерой импровизации, но еще и показать то, что я все-таки из Центральной Азии. То есть вся импровизация должна была все-таки нести в себе зерно и логику центральноазиатской музыки. При всем при том, что это авангард, что это импровизация и так далее. То есть сохранить вот этот колорит и особенность каждой композиции. Вот. Если сравнить с другими, конечно, певцами, которые работают в этом стиле импровизации, все-таки то, что я делаю, отличается, то есть более такие, скажем, цветовые композиции. Устали, наверное, да? Давайте закончим, да? Спасибо вам большое за внимание. Да. Иногда я...